Всем здравствуйте, и с вами снова Тамплиер, и это возвращение, да. Я давно не записывал летсплей, да и вот именно на момент записи у меня и нета практически нету. Ну, а из этого выходит, что если вы смотрите это видео на ютубе, то значит с интернетом у меня все более-менее норм. Да, да, я немножечко тут поиздевался над... своим... Ох, ты же FPS проседает. Нужно на 40 чуть занизить. Performance. Так, а не. 64. Так, если reload needed... ну, ладно, релоадним. Сори, конечно, что вот так вот реложу под... под вот запись сразу же. Честно, давно не писал летсплей, так как именно на момент записи у меня нету ни рабочего ноута, ни рабочего компа. У меня сейчас только рабочий телефон, и то, который без режима полета. Опять. Да. Нужно возвращаться в режим полета. Блин, ох ты ж лаги. Да, у меня более-менее сейчас роутер работает. Сейчас вернусь в игру. Да, вот. Да, сори за такое вот начало летсплея очередной серии, но все же... Ну, у меня 4 не писал ЛП, у меня до сих пор на CD-карточке лежат прохождения карт. И поэтому... Ну, не обессудьте, в общем. Итак, суть в чем? Я за кадром немножечко тут поиграл и... вырыл шахту для безопасного перехода. Ох... Так, где она? Вырыл шахту для безопасного перехода между домом и складом. Так, ага. Чуть-чуть пониже звук сделаю. Так, вот так вот должно быть слышно и меня, и звуки. Ну, как раз мой голос должен быть как раз чуть-чуть громче. Так, нет, это фейл тут был. Пытался проделать тропинку. Где-то здесь должна быть шахта моя. Так, вот здесь... И вот сюда, скорее всего. Нет, не сюда. Я уже потерялся, блин. Да. Надо было мне побольше меток ставить. Так, не, ну я помню, конечно, что где-то отсюда нужно выходить. Но вот откуда именно? Ага, вот. Вот, я нашел это место. Вот здесь я... А, нет, вот. Вот здесь я вот такую... прокопал вот такой путь. И сегодня я хочу вот как раз на запись начать его немного доделывать. Вот такой у меня красивый домик. Нужно будет, конечно, его еще доделать и так далее, и все тому подобное. Ну а сейчас, да, кстати, я собрал урожай со своей фермы, вот этой фермы. И мне, конечно, надо бы, очень надо, так... сделать еще чуть ее побольше. В принципе, что я могу сейчас и сделать. Так. Сколько у меня тут блоков на ферме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть еще 4 блока нужно. Раз, 2, 3 и 4. Вот до сюда, вот, то есть ферму сделать. Вот эти как раз блоки откопаем. Потом нужно будет сделать траншею для воды. Так, это у нас трава. Она нам не нужна. И вот тут должна быть траншейка. Так. И вот тут. Так, и здесь траншея. Ну, докопайся. Если получится, тут да. Все, оно желательно, чтобы стекала вот здесь вода до самого конца. То есть вот тут мы тоже откапываем все это и смотрим. Если вода доходит, то все прекрасно. А так как вода сейчас доходит, то тут как раз и все прекрасно. Еще заодно проверим, собираются ли блоки. Так, блоки не собираются. Это не есть хорошо. Значит, выкапываем вот здесь вот такую... О, вот здесь собираются блоки. О, как раз и позреет наш урожай.
на ферме. Так, вот тут мы тоже прокапываем и роем вот там, вырываем траншейку. Так, нет, один блок вниз. И вот тут вырываем траншейку до упора, до первого блока, с которого польется вода. Да, вот. Вода полилась. Дождались, чтобы блоки земли лишние они не будут. Стройматериал лишним не бывает. Даже земля. Так. И вот сюда тоже. Так. Да. И вот. Вот такая. Вот здесь мы должны будем стоять и собирать все. А вот от оттуда нам будет сыпаться наша любимая прибыль. Так, сейчас нужно немного побродить, поискать. Конечно, хотелось бы сделать что-нибудь типа загончика с животными, ибо каждый раз бегать их... Так, лока у меня нету, это плохо. А вот тот лев меня уже напрягает, поэтому я его сейчас убью. Так, ну, убейся. Ух ты ж! Такой тактический ход он предпринял. Замер на месте, а потом начал бежать. Ну, ладно, не суть важно. Мы с ним справились, и это главное. Так, да, пока я копал, я накопал немного глины, и поэтому следующая постройка, кстати, возможно, и... Да. Скорее всего, я... Тут, вот тут сделаю нормальный такой бассейн себе, так как, ну, не гоже с таким озерцом на уже хорошем этапе развития жить. Так, о, как раз белый цветочек так вырос неудачно. Так, все собралось. А теперь мы землей опять же закрываем. Вот, так. У нас все собралось вот здесь. Так, еще плещутся предметы. Ну, упади. Так, здесь ничего нету. Да, вот. И, в принципе, собралось довольно немало. Но, как всегда, трава не стакается. Поэтому перерабатываем ее в семена. Не знаю зачем, но просто перерабатываем. Так, теперь берем два таких росточка. И высаживаем в первую очередь их. Так, раз, два. Потом берем 25 этих и высаживаем полностью. Вот так вот мы высаживаем все это. Чтобы у нас была нормальная хотя бы подобие фермы. Так как, ну, насколько я смотрю, с одной секции такой довольно-таки мало прибыли. Ее можно утроить просто сейчас. Ну, я сейчас просто сделал в два раза больше. Но, в принципе, ее можно продолжать до бесконечности, пока высоты хватит. А потом еще, ну, в принципе, насколько высоты хватит, это и так будет уже довольно-таки много. А сейчас я возьму, да, еды немного поуменьшилось, так как я играл. 7, нет, все-таки все, возьму все 7 и буду досаживать это все. Так, интересно, а в планс, нет, в планс у нас ничего нету. Тут уже в сундуке 3 стака плюща, и поэтому я его уже не собираю. Так, знаете, немного неудобно с вот этим метро, хотя я переставлю, пожалуй, дверь сейчас. Да, глобальная такая перестроечка, можно назвать ее. Так, вот сюда, вот здесь делаем. Хотя бы вход более-менее культурный. Так, топора у меня нету, поэтому дверь я буду кулаком рубить. Так, есть. Что у нас? Ага, как раз два каблстоун у нас остался, чтобы вот так вот поставить. Да, факел тоже переместим сюда. 26, да, факел подобрался.
Там бык, там птичка, там медведь. Ой-ой-ой-ой, уже темнеет. Так, нужно быстрее засаживать. О, вот и потемнело так хорошо. А нам желательно осветить, кстати, вот здесь освещение ставить лучше всего. Оно и не мешается при посадке и освещает, в принципе, территорию довольно-таки хорошо. Так, ну, есть. Так, теперь нам еще 7, то есть 2 ряда и 1. Так, раз. Засаживаем. Еще один ряд. Засаживаем. И, о, красиво как раз последнее. Но это мы просто вскопаем, абы было вскопано. И вот здесь поставим также освещение. И пускай растет все это и вырастает в нашу пользу. Так. Поставили, осветили, в принципе. И красивенько, красивенько так закат был виден. Но все равно сейчас опасно находиться вне дома. О, у меня еще и дверь открыта. Вообще красотень. Так, и как мы видим, ночью я могу спокойно перебраться. Вот здесь, конечно, у меня ничего еще не сделано. Я думаю, частично это сделать на запись. Хотя, да, частично на запись, частично за кадром. Там уже начинают превращаться оборотни. Так, это я не туда пошел. Так, где же? Где же, где же, где же? Куда же идти надо-то? А, вот. Выходим и сразу налево. По низу, так даже можно сказать. Так, вот здесь еще сделаем получше вход. Да. А не. Не. Как раз вход должен был быть вот так вот получше. Ну ладно, не суть важно. Все равно соберем немножечко плюща. Лишним он не будет, тем более пока делать нечего. Все равно ночь. По улице мы шляться не будем. А сейчас поспим. И будем продолжать нашу серию летсплея. Такую более-менее обзорческую. И не знаю я уже, что делать. В принципе, все в Survival Craft я уже практически добыл. Мне бы тут уже только город делать. Что-то рычит. Так, отбегаем. Ух ты ж, елки, ну какого он сзади подходит? Ай-яй-яй. Вот так вот зафейлиться. Фак. Фак. Ну, есть. Я успел взять меч. Убейся об стенку, лев. Я тебя еще и факелами добью. Факел засуну тебе. Не скажу куда. Вот так вот обидно меня убили. Да. Так, теперь пойдем. Что еще мы можем сделать, в принципе? Ну, древесины у меня пока что хватает. Немного бы саженцев лишних набить. Точнее, не лишних, а дополнительных. Ну и чуть-чуть поохотиться. В принципе, мой небольшой такой план на сегодня. Так. Вот, выпадают они потихоньку. Потом, нет, когда уже все вот там созреет, тогда засадим. А неплохо так смотрится оно сверху. Да, уже начинает вызревать. И она довольно-таки быстро зреет. Так. Так, тут цветочки. Заберусь я еще раз на свою горочку. Я, в принципе, вот между той горкой, на которой я сейчас, и вот где-нибудь еще на противоположном горочке, да, вот именно то, что у меня над надписью Move, я хочу сделать такой мост.
Не прямую, просто как обычно делают, або вот так напрямую перекинули и все. А вот так вот на косую, чтобы было красиво. Мне понравилась в последнее время архитектура и Майнкрафта, и Сурвайвал Крафта. Она такая кубическая и прикольная. Ну, думаю, вам самим она нравится же, верно? Но не суть важно. Сейчас я заметил так. Что-то слишком резко я начал разворачиваться. Давненько не играл. Решил вот зайти. Так, вот здесь нужно осветить. Забрать отсюда уголь. Хоть его и мало, но все же он есть. И его нужно собирать. Так, вот тут дерево. Так. Сделаю я себе вот такой проходик. Да, и желательно бы накопать селитры, но у меня кирка в кирке уже мало прочности осталось. Пока срублю тыквочек этих. А там уже диких животных куча собрались на пиршество, блин. Нет, кто осел все-таки. Так, у нас есть трава, в принципе. И сейчас, я думаю, мы осла затащим к себе, если получится. Так. Вот так вот поставим. Поешь. Так, осел должен сейчас поесть. Если все будет по плану. Ну, уже так активно головой он не мотает. Походу пошел процесс кормления. Так, ешь еще. Ну, дай. Там лев вроде. И куда ты побежал ко льву-то, а? Осел. Действительно осел. Да. Осел есть осел. Так. Это мы ему не дадим, так как это еще самому нам нужно. Самим нам, точнее. Так. Выкидываем. Дадим ему еще травы. Ну, ослина. Травки не хочешь? Интересно, ты вот так вот есть будешь? Не хочет. Чё ж ты жрать-то не хочешь, а? Конечно, его пшеничкой бы надо прикармливать, но обойдутся они от такой чести. Мне и сама она нужна. Ага. Ай! Случайно я его ударил, честно. Ну, пускай бежит. Все равно еще мы его вернем. Так, а сейчас... Так, походу он нас заметил. Нужно потихоньку отходить, отходить и отходить. Где у нас там пещерка? Так, где-то у нас должна быть пещерка, ага, вот, с переходом. Так, возьмем еще тыковку и в переход полетим. Так, возьмем листву и закроем вот здесь проход. Пока что будет у нас такая листьевая дверь вот здесь. Все равно тут развиваться особо ничего не будет пока что. Я думаю, тут вообще обжить эту гору именно и сделать ее красивой и пригодной так к жизни. Так, ух ты ж, все равно красивый вид у меня. Правда, вот именно туман
мешает. Но на более дальней видимости у меня начинает лагать телефон, так что дальше я дальность видимости всего лишь для того, чтобы полюбоваться пейзажем, сейчас не поставлю. Да и тем более перезагрузка понадобится приложение. Так. У меня что, нету места? Есть у меня место, не надо тут. Куча у меня еще места. А сейчас мы пойдем на склад и все это скинем. Сплавим, так сказать. Так. Ничего не выпадает, совсем ничего. А там сверху носорог бегает. Не надо там и даром носорогов пока что. Кстати, в 1.26 Каалус, разработчик Survival Крафта, обещал выпустить броню. И это меня очень порадовало, честно говоря. Тем более, железа у меня дофига. А зря я, конечно, сейчас засадил это все дело, но не суть важно. Сейчас пойдем поспим. И, возможно, как раз за это время и вырастет наша пшеничка. Я все равно буду называть эту рожь пшеницей. Потому что я привык из Майнкрафта. Пшеница, 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 пшеница. Все пшеница. Ну, конечно, не культурно по отношению к Survival Craft, не патриотично и так далее. Но все же, не поймите меня неправильно. Мне, конечно, Survival Craft нравится больше, чем Майн ПЕ, но Майн на комп это Майн на комп. И ничего уже тут не изменишь. Да, эндер-дракон, зелья и всякая прочая лабуда. О, как раз выросло все. Сейчас мы сбегаем туда. Главное, чтобы нас никто не коснул по пути. Не гоп-стопнули тут эти дикие животные. Так, вот у нас уже все практически выросло. А, нет. Нет. Ох, ох ты ж, елки. Да. Такой фиговенький урожай, мне кажется, будет. Но все же. Почему вот именно вот здесь постоянно что-то вырастает, ненужное мне? Так. Забираем блок земли, ждем, пока все смоет. И ставим обратно. Так, теперь пробегаемся. Сколько у нас собралось? 9, 10. Маловато почему-то. Чего-то маловато. Да, вон еще выбрасывают. 10 сырых вот этих. 12 диких саженцев. Так, вот здесь еще. Ох. Так, ладно, засадим это. Чуть ли начал уже умирать от того, что у меня нет еды. Так. Все будем заграбливать за собой. Так, вот здесь поставим. Потом возьмем грабли сюда эту. И будем досаживать все. Так, граблями сюда. И сюда. Все, мы сейчас. Ах. Так, есть, ура. 6 у нас такого этих готовых саженцев, как их назвать лучше? Готовая рожь, культурная. Или же пшенички, из которой можно делать хлеб. Так, о, тут уже вырастает плющ, не по дням, а по часам прямо. Ох. Да, размечтался я скрафтить по пути что-то. Но не суть важно, сейчас возьмем и это сюда. Да. Тыквы нам сейчас не нужны, а у нас их 30 штук. Но у меня есть хлеб. Так, наверное, я буду на этом заканчивать серию летсплея. Вот такая она вроде бы коротенькая получилась, такая более-менее обзорческая на вот этот туннель. Немного побродил я, собрал с фермы.
Ну, а в принципе, в следующей серии Let's Play я даже не знаю, что буду делать. Наверное, похожу по шахте опять. Не, шахту уже сниму одну за кадром. Сниму за кадром. Да, супер просто фразочка. Ладно, поброжу по шахте за кадром, или же пойду в пустыню. О, я придумал цель следующего летсплея. Пойти в пустыню и набрать селитры. Да, это будет в следующем летсплее. А пока что всем удачи, до новых серий. Не забываем подписываться на канал, смотреть мои летсплеи постоянно, вступать в группу ВКонтакте, добавляться друзья на мою страницу ВК. В общем, всем удачи и до новых встреч. Да, если этот летсплей вы смотрите, значит, я уже нормально с инетом.